Вот о чем я хочу поговорить в этом видео. Вакцина от коронавируса нужна как воздух. И не через год, как обещают ученые. Зиму мы просто не переживем дома еще, если будем сидеть. Не переживет ни бизнес, ни предприятие, ни люди. Никто вообще не переживет. Поэтому осенью должна быть вакцина. Просто обязана быть вакцина. И, как говорится, высшие силы ученым в помощь. Я советую им, чтобы они увидели во сне какую-то формулу или то, что хотят, пускай с вечера ложатся и задают этот вопрос. Ночью во сне им обязательно придет этот ответ. Так мне передали высшие силы. И еще, что я хотела сказать. Я как бы пыталась просмотреть какие-то там, ну, что-то такое интересное в отношении или вакцины, или лекарства. Ну, конечно же, я не ученый, я не врач, я не разбираюсь, конечно же, в этом. Единственное, что я увидела, что человеку врач капает капельки почему-то в ухо. Ну, вот если так рассудить, у нас вирус проходит и через слизистую рта, носа, глаз, а ведь через уши, в общем-то, не проходит, а все это, в общем-то, у нас соединяется в носоглотку. Ну, может быть, здесь какой-то ответ есть. Я не знаю, может, поможет это или нет. Может быть, на какой-то, в общем-то, ответ даст вот это вот какую-то эту самую... что-то, в общем-то, даст на какой-то ответ. Ну, вот это то, что я видела. Конечно, я буду и в дальнейшем говорить, что я вижу. Я буду спрашивать высшие силы, что они мне будут показывать. Ну, конечно же, я буду говорить это на своем языке. Но, возможно, это врачам и ученым пригодится.